Всем привет! Спасибо, что вы сегодня заглянули ко мне. У меня видео, отзывы о продуктах, пустые банки. И будут продукты европейские, американские, конечно, большинство японских. Если вам интересна эта тема, что закончилось, отзывы, на что заменила, что куплю, что не куплю снова, то приглашаю вас к просмотру. И начинаю с продукта, который пока что ни на что не заменила. Это гликолевый тоник от The Ordinary. Для лица мне он был немного грубоват, и я предпочитала использовать такой японский пилинг раз в неделю Ray. Я его уже показывала. Там смесь из 4 кислот. Сейчас, если мне удастся его быстро достать, то я покажу. Вот он. И сейчас я его тоже не использую. Я его храню, когда уже не будет такого солнышка. Буду использовать осенью. Так вот, этот лосьон очень понравился мне в качестве лосьона для тела. Я использовала его на спину, на ягодицы, на ноги. И поддерживал он хорошо, такое хорошее состояние нежной кожи. Еще теперь перейду к средствам, наверное, для волос. Да, закончился вот такой скраб от Kerastase. Мне понравился, во-первых, ну, Kerastase это, конечно, все линейки вот с этими специальными ароматами, которые, я так понимаю, создает парфюмер. И мне очень понравилась структура этого скраба. Он, казалось бы, такой очень мелкого такого помола, и в то же время как вот такой шампунь с какими-то частицами мелкого помола. Очень хорошо пенился и супер просто промывал волосы. Я пока что ничего не взяла на замену. У меня еще заканчивается такой японский шампунь, который супер очищающий. Но вообще я хочу попробовать еще такой голубой. Если кто-то пробовал голубой, он, по-моему, для чувствительной кожи, напишите, пожалуйста, ваши впечатления, понравился ли. Потому что этот мне понравился очень даже. И еще из продуктов Kerastase все уже у нас с дочкой из этой линейки закончилось. Была маска, был шампунь, и вот оставалась такая термозащита. Я использовала до конца, но я не могу сказать что-то определенное, что у меня как-то улучшалось качество волос. Я просто ее использовала, потому что она была у меня. Хороший аромат, просто вот для того, чтобы защитить волосы от фена. Но в целом у меня вот закончился еще такой мини-версия продукта. Вот этот на мои волосы, на меня произвел большее впечатление. Не знаю, может потому что осветленные немного волосы. Вот этот и аромат мне тоже нравился, такой приятный, легкий. И как-то мне казалось, может блеск больше был на волосах. Ну и тоже как бы он такой распылитель и не чувствовалось прям как масло. И вот такое, ну, написано для сухих и очень сухих. Но вот как-то мне казалось, что мои волосы немножко смягчал. И, честно говоря, я уже так присмотрелась тоже к другим продуктам этой марки. И вообще мне интересно, мне хотелось бы попробовать еще что-то. Это американский продукт. Kerastase тоже, конечно, люблю, но вот эта марка тоже заинтересовала. Если кто-то что-то еще пробовал, тоже, пожалуйста, поделитесь отзывами. Так, дальше, спонжи, один вот этот Cosmic Brushes очень быстро пришел вот в такое негодное состояние, и вот спонжи, это Beauty Blender, тоже они потом в итоге приходят в такое состояние, но, наверное, из всех спонжей, что я пробовала, они, наверное, ну где-то сколько, по полгода, наверное, выдержали, вот один дочка использовала, другой я. И да, где-то примерно полгода ежедневного использования. Но я даже не знаю, стоит ли вообще платить, вот они там по 20 евро, стоит ли платить. Сейчас я меняю, взяла вот этой марки, у меня уже были когда-то. Я думаю, что их делают, скорее всего, где-то в Китае. Мы тут тоже взяли, разные, была очень хорошая на них акция. Скорее всего, их делают где-то, я думаю, да, в Китае, наверное. Потому что бренд как бы эстонский, да, сделано вот в Китайской Народной Республике. Они, конечно, меньше служат, но я не знаю, есть ли смысл вот платить за эти. Вообще из всех спонжей в последнее время, наверное, которые мне вот запомнились, и я подумала, что купила бы я еще раз, это были спонжи Бернович. Их цена где-то в районе 4 евро, служил мне один спонж где-то месяца два. Но он очень приятный был тоже сам по себе. Вот этот черный, например, сразу оставлял такие маленькие какие-то точечки. Не знаю, может, какая-то бракованная была партия.
А вот эти спонжи Бернович, да, они приходили как бы в такое состояние, но у них сама вот очень не консистенция, но сама текстура вот этой подушечки мне очень нравилась, и я думаю, что вот я хотела бы к ним вернуться. А вот Beauty Blender, скорее всего, не буду больше столько инвестировать. Так, закончился вот такой крем для рук от Paul & Joy. Это из адвент-календаря. Вообще, мне понравились их продукты. И этот был очень удобный в сумочке носить. Он такой малюсенький. Не знаю, 14 мл. На Filunic есть крема для рук от них. Может быть, когда-то возьму. Сейчас у меня достаточно. Я показывала в покупках корейской косметики. Вот этот приобрела. Есть у меня еще для супер сухой кожи вот такой японский, тоже чудесный продукт. Есть еще один японский, который раньше показывала, сейчас просто не достаю до него. И еще на работе есть крем Sephora. Так что я сейчас несколькими пользуюсь сразу, потому что чувствую, что у меня руки нуждаются в большей защите. Закончился вот такой энзимный пилинг от Dermalogica. Да, приятный, но я не могу сказать, что он лучше других продуктов из этой серии, из этой линейки. Повторять не стану. Закончился вот такой дезодорант. Это рекомендовала Лена. Лена, большое тебе спасибо, потому что до этого я пробовала розовый. И действительно, белый мне понравился больше. Но сейчас мы решили попробовать вот такой дезодорант. Я им, честно говоря, не очень довольна. Защита у него хорошая, но он оставляет белые пятна на одежде. И вообще как бы кожу такой делает суховатой и как будто скатывается как-то на коже. В общем, так себе. В следующий раз буду брать или любимый Виши, или вот тут по ее тоже снова возьму. Так, закончилось. Тут много разных видов мыла. Это от Sephora. Мне, кстати, вот и кремы для рук эти нравятся. И вот это мыло, именно вот это, приятное, с такими тоже скрабирующими частицами. Закончилась такая жидкость для снятия лака. Я так понимаю, это вообще где-то в Литве производится. Ну, ничего особенного. Здесь только удобно было вот так нажимать. Заменили мы такую вот... Ну, у нас стандартные вот эти продаются, немецкие, по-моему. И у меня, если честно говоря, в мечтах попробовать жидкость для снятия лака от Dior. Возможно, это большая глупость. Возможно, это будет то же самое, ничего особенного, выброшенные деньги. Но продукт, допустим, для ногтей, вот этот от Dior, которым я закончился, я пока что лучше замены не нашла. Тогда тоже сразу вот перейду. Это масло для кутикул, для ногтей. Но зимой особенно, вот оно спасало, только оно меня спасало. И еще закончилось тоже вот такое. Да, оно было приятное. У него такая была консистенция, может, как какой-то лимонный щербет. Но по действию вот этот Dior гораздо лучше. И ногти, во-первых, быстрее росли, и на кожицу. Если сухая какая-то кожа вокруг ногтей, просто супер действовала. Как вы думаете, на что я заменила? Заменили мы с дочкой, все-таки вот решили снова взять этот, потому что обеим очень нравится. Есть у меня еще такие остаточки, я в сумке тоже ношу из календаря вот этот Paul & Joy. Это мне тоже масло понравилось. Во-первых, понравилась очень форма нанесения. Такая кисточка, супер удобно. Но на Filunic оно не представлено, и где его можно достать, я не представляю. Наверное, нигде. Поэтому мы вот берем Dior, потому что он экономно используется и очень нравится качество. В общем, супер. Так, дальше что? Продукт, который такой нашумевший. Вот эти, это марка OGX. Как-то их прям так хвалят. Ну, я не знаю, я, может быть, взяла не тот, который самый вот расхваленный продукт. Взяли мы эту серию с дочкой. У нее волосы вьющиеся. И вот где они вьются, тоже у нее быстро там бывают, они секутся. У меня волосы такие как бы крашеные, более даже, наверное, такие суховатые. Честно говоря, обеим этот шампунь не произвел какого-то особенного впечатления. На тот момент, когда ты, допустим, моешь волосы, да, там промывает хорошо, пенится хорошо, запах, как и у многих таких каких-то бюджетных шампуней. Но и маска тоже, вот маска, вроде бы казалось, да, приятно, вот расчесываешь, все хорошо, вот только высушил волосы,
И все хорошо, но к концу дня у меня вот это все эти линейки, волосы к концу дня выглядели очень такими уже подержанными, какими-то неаккуратными. И не в том смысле, что какими-то нечистыми, а именно такими как соломистыми. В общем, на меня как-то вот, не знаю, на мои волосы не произвело эффекта. Кто пробовал этот OGX, пожалуйста, напишите свое мнение. Так, закончились тут у нас разные виды мыла еще. Это вот какое-то, по-моему, итальянское. Ничего особенного, такое мыло, как мыло на кухне было, закончилось, и хорошо, повторять точно не будем. Вот эта серия L'Occitane, мне нравится вот эта линейка, они с такими всякими приятными ароматами. Я еще не все их попробовала, хочу и другие тоже попробовать, очень довольна. Кожу они не сушат, очень большой такой брусок. Мне во всех отношениях мыло L'Occitane нравится. Еще одно вот такое тоже закончилось, французское, из такого интерьерного магазина. Я сейчас, если найду, вставлю фотографию, насколько красиво сам этот брусок выглядел мыло. И, конечно, такой аромат тоже очень мне нравился. Еще одно у меня лежит от этой марки с другим ароматом. Наверное, бы повторила. Именно здесь с такой эстетической точки зрения. Мне нравится эта упаковка, нравится, как этот вот брусок выглядел. Очень люблю такие мелочи, какие-то вот мыло, какой-то аромат для дома. То, что вот именно так мимолетно доставляет такое удовольствие. И потом, когда в течение дня вот складываются какие-то такие мелочи, которые доставляют удовольствие, это очень поднимает настроение. Поэтому думаю, что из этой линейки что-то еще возьму. Закончился один у меня праймер от Paul & Joy. Он был такой гелевый и, как видно, вот с такими золотыми частицами. Сразу меня немножко отпугнул, потому что запах алкоголя чувствовался. Но очень хорошо к таким гелевым средствам липнет макияж. Особенно если жирная кожа, как бы не отяжеляет, очень хорошо сидят. Я не видела вот эти, именно вот эту формулу на Filunic. Там есть всякие другие, моя дочка постоянно, ну не постоянно, но уже вторую банку берет вот этот, который с защитой от солнца 50+, ей очень нравится. Ну вот, этот вот я говорю, что в гелевой форме, если не считать аромат алкоголя, то как средство для, как праймер, в общем, неплохо. И я использую сейчас вот этот японский, он не считается праймером, он как бы эссенция. Но он тоже такая как липковатая, совсем чуть-чуть водичка, очень тоже нравится. Для жирной кожи отлично ложится на него потом макияж, просто супер. Так, что еще? Еще закончилась тоже мист для макияжа, вот этот от Dior. Честно говоря, я не нашла его каким-то особенным. Во-первых, он распылялся, тоже тут довольно-таки... Не знаю, сейчас если видно, очень крупные были такие эти капли. И сейчас у меня есть, тоже уже подходит к концу, вот этот Rare Beauty. Он такой, тут много масел всяких. Он, конечно, после него жирная кожа быстрее начинает светиться. И вот моя такая новинка, это от Milk. Мне нравится, потому что он тоже очень мелко распыляется. Хорошо поддерживает макияж. Вот этот мне, может, наверное, сейчас больше из этих трех, вот этот больше всех нравится. И, по-моему, у них такой еще черненький вышел для жирной кожи. Вот его я тоже очень хочу попробовать. Так, ну тут в основном остались уже японские продукты, которые не японские, были заменены на японские. Закончился вот этот Yves Saint Laurent для... Ну, мы его только в основном под глаза использовали, консилер. Очень нравился. У меня был, сейчас скажу, в каком. Во втором оттенке. И, честно говоря, просто решили сделать с дочкой такой эксперимент. Попробовать бюджетные консилеры под глаза. Под глаза, на лицо. У меня есть тоже еще остатки мои Dior консилера, но там очень мало. И мы решили взять очень... любимые в Японии, занимавшие там какие-то призовые места среди потребителей, вот эти от марки Calypso. У меня и тушь тоже такая есть. Решили взять прямо в трех оттенках. Эти два еще не открыли. Он такой один розоватый, другой лососевый и вот такой желтый. Я желтый уже открыла, потому что он хорошо покраснение нейтрализует. Ой, вот так выглядит.
И я тогда потом в одном из следующих видео, где у меня будут новинки всякие мои японские, открою все три, посмотрим эти оттенки и смешаем между собой, посмотрим, что получится. Покраснение у меня вот сейчас несколько высыпаний было, с тоном очень хорошо нейтрализует. И у меня, честно говоря, я показывала тоже в прошлом видео, у меня сейчас вот этот от Рэй тон и в любимчиках, скажем так, от Рэй и... Вот этот вот от Gucci, и вот этот Gucci тоже такой с легкой желтинкой, так что, в общем, они хорошо вместе работают. Я не под глаза наношу, но посмотрим, дочка будет пробовать под глаза, поделюсь потом еще мнением. Так, дальше еще тоже то, что не японское, но то, что заменили на японское. Это у меня была такая исключительно зимняя линейка с кислотами для тела. Очень нравился пилинг. Я его брала после миниатюр нескольких. И крем тоже взяла за компанию. Работают, конечно, отлично, но аромат, знаете, такой, как у кислотных средств, как у того же лосьона The Ordinary. Он такой очень специфический аромат. И, ну, я говорю, что для меня эта линейка только такая зимняя. И не знаю, стала ли я бы повторять следующей зимой, потому что много других средств. И какие кремы я сейчас использую? Это у меня японский Рависа. Я его беру уже не первый раз. И даже, может быть, самый первый раз я его как-то не сразу и поняла. Ну, думаю, что, может, и ничего особенного. Но у него, правда, какой-то накопительный эффект. И кожа со временем такая нежная становится. Сейчас на Панде появился тоже гель для душа от Рависа. И, конечно, я хочу его попробовать, скорее всего, возьму, потому что там как бы он представлен как такое элитное средство для ухода за телом. Вот, и я взяла еще один, тоже японский, не сдержалась. Он представлен как крем для тела от целлюлита. Насчет этого не знаю, правда, потому что я меньше верю в кремы, больше верю в спорт и питание. Но просто как крем для тела, это такая нежность, это впитывается сразу, консистенция такая приятная, аромат. Вот он буквально просто, ну вот сразу же впитывается и кожа потом после него такая нежная-нежная. Я сейчас даже не знаю, они сейчас вот, все, он сразу же впитался. И у меня сейчас вот они оба в любимчиках, и даже не знаю, может быть, сейчас вот этот нравится больше. Но хотя Рависа, это тоже, я говорю, это то, что я повторяю, там это ламеллярная структура, и я верю в то, что это работает на таком глубинном уровне. Закончилась у меня такая японская маска, это была глиняная для очищения. Она мне нравилась, хотя какой у нее есть такой малюсенький минус. Вообще, это профессиональная, конечно, маска. Тут был большой объем, я даже ее вот использовала до последнего, даже разрезала. Но если ее вдруг немножко передержишь, то можно было пересушить кожу. И поэтому для какой-то, я думаю, чувствительной, сухой кожи лучше бы, наверное, ее не использовать. И я заменила, конечно же, тоже на японскую, вот на такую маску. И мне она нравится больше. Несмотря на то, что я говорю, у меня кожа жирная, но мне не нравится потом, когда пересушивается она, потому что она и так часто обезвоженная. Вот эта маска, она тоже глиняная, но у нее такая кремовая консистенция, и она вообще не пересушивает кожу. Это как будто бы кремовая, но она глиняная, тоже неплохо очищает. Честно говоря, довольна. И вообще, думаю, может быть, сделать видео отдельно с японскими масками, потому что у меня их уже такая коллекция приличная накопилась. Ну, не очень большая, но нормальная, наверное. Том, что у меня закончилось? Вот это. Наверное, теперь станет тоже моим средством, как и Рависа, я думаю, постоянным. Бальзам для очищения кожи. Ну, это что-то для жирнокожиков. Вот у кого жирная кожа и широкие поры, это просто какое-то волшебное средство. Конечно, нужно поработать, нужно посидеть и помассажировать вечером. Но настолько хорошо очищает поры, что у меня вот, когда использовала, даже никаких не было каких-то таких пробок сальных или чего-то. Все время такие более свежие поры. Я сейчас взяла тоже на замену, он такой светлый был, беленький, взяла на замену из этой же тоже серии, только вот этот темный от черных точек. Тоже хорошо работает, но именно вот на расширенные поры мне вот этот больше понравился, и я потом вот этот повторю. Как бы говорю, еще их там, по-моему, два есть, но вот как для меня актуально расширенные поры, жирная кожа, обезвоженная, вот этот вот, который желтенький, мне
прям, ну, супер средство. Тоже закончился из японских, я его всю зиму использовала, крем. Чем-то похож, кто увлекается вот японскими какими-то кремами с сайтом именно Melon Panda, наверняка знают такой крем-утюжок. Мне этот понравился даже больше, утюжок, хотя, тут, наверное, тоже ничего мне не осталось показать, хотя он казался по виду таким более плотным даже, чем утюжок. Я сначала испугалась, думаю, ну куда я с жирной кожи, куда мне это вообще все? Но он такой какой-то более пластичный был, я брала немного лопаткой на руку, ну, сначала разогревала руки, чуть растирала и просто прикладывающими такими, хорошо прикладывающими движениями наносила на лицо, даже на жирной коже, просто супер. Вот этот я говорю, что мне даже понравился больше, чем утюжок, с удовольствием использовала. Хорошая штука, бюджетная, ну как бюджетная, по сравнению с другими какими-то японскими кремами, довольно-таки бюджетная, рабочая, кожа была благодарна. А вот такое средство для интимной гигиены закончилось, еще одно, у меня такое же было до этого. А тут тоже мы так обсуждали там в чате Melon Panda с другими девушками, что кому-то этот аромат вообще не нравится. И там были, удивлялись, что я говорила, что утонченный приятный аромат. Но вот я люблю такие ароматы, мне очень понравился. У меня даже дымка была, это для тела, с удовольствием использовала. Ну, это настолько индивидуально, вот запахи. Сейчас мы заменили тоже на японский, вот этот медовый. Мне тоже его аромат приятен. И нравится, как очищает, очень такой деликатный. Тоже подходит к концу, и опять же, тоже с Панды взяли вот такую, там в новинках он, по-моему. Тут написано, что для тела мыло, но на самом сайте представлено тоже как интимное мыло. Еще не попробовали, попробую, потом расскажу. Всегда очень люблю на Панде, когда какая-то новиночка появляется, сразу же попробовать. Закончились вот такие тоже у меня бактерии для кишечника. Я уже говорила, что мне нравятся эти, и у меня в запасе еще есть такие, и я не знаю, я заказала, сейчас как раз была на Панде, может еще есть. Акция на 3 вида бактерий, я взяла все 3, ну, чтобы как бы, чтобы попробовать и другие, и найти, какие самые лучшие для меня. И, наверное, или дождусь, буду новые пробовать, или эти повторять. Я, к сожалению, не отношусь к тем счастливым людям, у которых пищеварение работает как часы. Особенно если какой-то стресс, или поела больше сладкого или мучного, то страдает, в общем, мое пищеварение. Поэтому я такие бактерии курсами пропиваю, и мне вот эти понравились. А закончились тоже у дочки в очередной раз эти витамины. Вот эти 20-ка для женщин, Панкл. Если честно, другого даже не знаю. Мы берем, просто они заканчиваются, мы берем новые, заканчиваются, берем новые. Ну, сейчас лето будет, может быть, сделаем обе перерыв какой-то, но вообще повторяем эти. И вот эти мои тоже, которые я пила, эти омега, закончились у меня эти, я взяла снова эти. Еще у нас водоросли есть тоже, которые мы повторяем, японские. Маски тоже, про Рэй я говорила, что это, которая натягивает немножко нижнюю часть, подбородок, на ушки надевается сама маска и как бы подтягивает. Но вот эти мне нравятся очень маски. Это да, увлажняет, успокаивает хорошо, но у меня было с одной маской, что у меня эти, сама эта вот как бы маска, она оторвалась там в этом местах, где нужно было на ушки натягивать. Вот это очень нравится, супер увлажняет и успокаивает после чистки, просто идеальная маска. Ну и вот эти Либересто, очень хорошая у них пропитка, много пропитки, мне хватает на лицо, на все тело, и я взяла их повторить, понравились они мне очень. Так, закончился, я просила, чтобы тоже прислали такой для серум для глаз, сейчас если найду фотографию, ставлю. Чем-то напоминает от La Mer. Тоже как-то у них такой дизайн похожий вот этой баночки, которая оригинальный. Но честно скажу, что я хочу его повторить. Мне понравился. Ой, мне понравился очень этот серум. Я закончу свои кремы, которые у меня сейчас есть для век. И буду потом, наверное, этот осенью, думаю, взять. Так, закончились вот такие патчи. Это я покупала не на Панде. Это японские. Я нашла у нас.
в Инстаграме их одно время очень рекламировали, некоторые блогеры очень рекламировали. Я себе подарила их на день рождения. У нас они стоили больше 100 евро. 60 патчей. Пропитка, конечно, здесь, да, была очень щедрая. Ее было очень много. Они были, вот тут пинцетик тоже. Они были не гидрогелевые, а, как и многие японские, такие тканевые. Да, приятные. Да, сразу это чувствовался мгновенный эффект. Когда ты их снимаешь, кажется, что у тебя все морщины разгладились. Но у меня он держался где-то максимум полчаса, этот эффект. Что здесь такое особенное? Как эти стволовые клетки, как розы, что-то в этом, что-то в таком роде. В общем-то, тоже огромная такая инструкция. Все описано, как это работает. Вот тут прям все молодеют на глазах. Ну, действительно, есть у них, есть такой эффект, что ты вот сразу как бы все рассасывается, но потом приходит на место. Я сейчас решила взять патчи, которые стоят в два раза меньше. Но тоже очень приятные. Все. Пока что пробовала один раз. И не могу еще сказать много чего. Но они классные. Знаете чем? Тоже такой вот формой. Потому что они надеваются так, что и верхнюю часть тоже охватывают. Но некоторые девушки писали, что их наоборот это раздражает и не подходит. На мою форму глаза вот этот патч ложится идеально. Пропитки тоже много. Вот видно, я наклоняю банку, и вон она прямо выливается. Ну, как бы да, цена, я говорю, что где-то раза в два меньше. И состав, сейчас я не увижу, но на сайте читала, что состав тоже потрясающий. Вообще, Аксия, вот эти тоже средства, многие очень хорошие. У меня был тональный, какие-то тоже что-то было из ухода. Мне нравится пока что. И что тут еще? Так, еще из японского закончилось. Вот это средство для бровей. На мне оно не работает. Ну, там, где я хотела что-то подзарастить, не работало. А сейчас я пытаюсь, использую вот это средство, которое вообще-то для головы, для волос. Я мажу им брови. Вот от него у меня что-то произрастают, какие-то отдельные элементы. Ну, буду еще дальше использовать. Потом поделюсь. Но я прям видела, что она сама в видео говорила, что можно брови им отращивать. Поэтому я решила заняться. И еще у меня закончились две сыворотки японские. Вот это с плацентой лошади. Мне подходило моему типу кожи очень. Кто-то в отзывах писал, что там какие-то подкожники были. Но на моей жирной коже пористо никаких подкожников не было. Очень хорошо увлажняла, подпитывала, как бы так немножко подсобирала поры. И сейчас я на что заменила? Заменила тоже из этой же... По-моему, да, они... Но они, это может быть не та же, не самая та же самая марка, но они вместе представлены на сайте, вот эти сыворотки. Заменила сейчас вот на эту. Она такая довольно-таки увлажняющая, питательная и такая мощная, поэтому я по несколько капелек, и то не каждый вечер, а через вечер использую. И вот у нее такая немножко тягучая сразу. Тоже такая липковатая текстура, но очень быстро, когда впитывается, нет какого-то неприятного чувства. Я его сейчас мажу, прям такая очень нежная, нежная сыворотка. Ну, чуть-чуть есть липкость, но она потом уходит. Я эту сыворотку ничем не закрываю, мне на моей коже как-то вполне себе достаточно. Но если может быть сухая, то можно закрыть еще чем-то. И вот у меня закончился тоже этот лосьон. Я боролась с пигментацией, которая у меня после прошлого лета как-то очень активно появилась. Тоже такой был немножко такой липковатый, эта сыворотка была. Я продолжаю использовать лосьон. У меня, наверное, еще половина его. Честно говоря, я не знаю, или хватает достаточно одного лосьона, или это вместе с сывороткой. Да, на лбу у меня с пигментацией стали получше дела. Но сейчас появляется солнце, и я вижу, что опять эти пятнышки дают о себе знать немного. Ну, конечно, тоже защищаюсь. И из сывороток, что у меня есть еще одна в запасах японская, но сейчас я использую по вечерам вот эту и вот эту корейскую, чередую. Один вечер одну, другой другую. А утром использую вот этот лосьон. Мне он очень нравится. И потом использую вот эту эссенцию. Она мне такая, как праймер, как эссенция. Крем для век.
И все, и тон какой-то использую. Все, вот такие пустые банки были. Большое вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если нужны какие-то ссылки на японские продукты, то напишите, пожалуйста, в комментариях оставлю. До новых встреч, пока-пока!